И в начале тревожные данные о распространении COVID-19. В Пензенской области отмечается резкий рост смертей от коронавируса. Если еще на прошлой неделе оперштаб регистрировал по 5-6 летальных исходов, то в последние несколько дней показатели увеличились более чем вдвое. Накануне побороть опасный недуг не смогли сразу 14 пациентов. Шестеро мужчин и 8 женщин в возрасте от 43 до 93 лет. Кроме того, ежедневно фиксируется все больше инфицированных. Так, за минувшие сутки такой диагноз подтвердился еще 89 жителей региона. Это максимальный показатель за 2 последних месяца. При этом специалисты отмечают, все чаще заболевание протекает в тяжелой форме, а также то, что теперь его развитие происходит гораздо стремительнее. В связи с чем в медучреждениях снова разворачивают дополнительные реанимационные койки. С сегодняшнего дня у нас уже для оказания реанимационной помощи не 40 коек, как было, а 60. То есть мы готовимся уже еще большему поступлению именно тяжелых больных. На данный момент в нашем реанимационном отделении находится 38 пациентов, из них 29 на искусственной вентиляции легких. Среди этих пациентов нет ни одного привитого, то есть это все непривитые больные. И отмечу, что каждый третий моложе 50 лет.